Свой 10-й день рождения отметил Красково Вейк Парк. Праздник собрал любителей вейкбординга и спортсменов, которые поборолись за ценные призы на открытых соревнованиях. Вейк Парк Красково. С днем рождения! Отметили юбилей на высоте, подпрыгивая над водной гладью. Красково Вейк Парк в честь 10-го дня рождения устроил открытые соревнования. Попробовать свои силы могли абсолютно все желающие. Одна из шести девушек-участниц, Виктория Бердникова, прошлогодний призер соревнований клуба. Несмотря на то, что вейкборд тяжело осилить физически, в ответ спортсменка получает большее. Удовольствие. Удовольствие, ощущение, кайф – это непередаваемое. Я люблю воду, я люблю движение, мне нравятся доски, мне нравится делать трюки, мне нравится скольжение по воде. Это непередаваемое ощущение. Ходила в спортзал, поняла, что мне это безумно не нравится, это очень скучно, а здесь природа, вода. Поборолись за бесплатные абонементы на сезон и другие памятные призы 25 спортсменов-любителей. Свои способности показали и те, кто первыми 10 лет назад опробовали доску на Кореневском карьере. Основатель клуба Алексей Агафонов сделал почти невозможное – пошел за детской мечтой. Одним из первых в стране открыл вейк-парк и смог влюбить в этот спорт многих. Когда я объяснял это властям, в том числе, это было что-то непонятное вообще. Я мог показать только на картинках, даже некуда было свозить. Было очень сложно вначале, но нам удалось практически в первый год нашей работы провести чемпионат России здесь. Мы стали узнаваемыми, и на сегодняшний день, я думаю, что все вейкбордисты знают о нашем объекте. За 10 лет команда Красково Вейк Парк провела почти 30 профессиональных рейтинговых соревнований, чемпионатов и первенств любительских турниров. При парке работает школа для всех желающих освоить этот молодой, но уже очень популярный вид спорта. Юбилей водной спортивной зоны собрал фанатов вейкбординга и почетных гостей. Самое главное, спорт дает возможность заниматься всем остальным, потому что спорт – это здоровье. Здоровье есть, ты весел, красив, способен, есть желание. Я пожелаю всем здоровья, благополучия, хорошего сегодня дня. Юбилей вейк-парка выпал на День флага России. В честь события рейдеры устроили на Кореневском карьере флешмоб с триколором. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.